Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear. И мы с вами продолжаем возводить нашу русскую цивилизацию. Так, что мы будем сегодня делать? Так, у нас идет бой. Регион Томск мы захватили, соответственно, вот здесь. Что нам от этого дает? Где-то вот дохода нет единого. А, вот, да? Угу. Мастерская минус один. Это откроется на пятом уровне. Понял. Тут смотрим. Тут у нас все вроде бы готово. Это достроится у нас не скоро, да? Ферма. А, ферма не скоро. Что мы будем делать дальше? Вопрос, кстати. Посоветую. Нет ничего, да? Где строить? И улучшать мы можем больше нашей фермы и все остальное, удобрения. Удобрения, товары. Ну, товары это понятно, как создавать. Нам понять бы. А, тут доход минус 3. Тут нам надо построить что-то для дохода, да, насколько я понимаю. А доход у нас что дает? Тут у нас что-то есть уже? Да. Вроде бы нет. Тут в Рязани. Что нам можно построить? Древесина. Который открывается в начале игры и производит материал. Собирает минеральные ресурсы, можно начать экспертов. Понятно. Но охоты у нас тут ничего нет. Я думаю, что вот здесь мы с вами построим где-то сторожевую башню. Вот так вот пока. И на этом пока что все. Простой юнитов. Смотреть битву. Вперед. Скоро я их добью, нет? Так, мы их, насколько понимаю, добили, да? Смотрите, тут типа гарнизон стоит. И... Ну, мы их убили, да? Да, давай, восстанавливайся. Нам надо добить где-то вот здесь. А, ну здесь уже все. Нам осталось только напасть вот на этих. Ну, поехали. Создание завершено. Каменное орудие. Это нам надо было, насколько я помню, куда-то вот сюда. Стой, стой, не так быстро. Да, каменное орудие надо было сюда. А горшки куда нам надо? Используется в качестве ресурса бакалейная лавка, мельница, аптека, зернохранилище, ветряная мельница, современная аптека. Понятно. Для строительства. Понятно, что ничего не понятно пока что, да?
Давай купим вот здесь район. А в Рязани купить ничего не можем, да? Ну ладно. Так, у вас как дела? Вы полностью здоровы. Вы идете атаковать вот этих вот нехороших людей. Отлично. Зачем я жму смотреть, пропустить? Я понимаю, что мы и так выиграем. Создание лекарственных трав завершено. Травы у нас где используются? Так, город здоровья увеличивается. То есть это значит, соответственно, у нас тут шестерня колесо. Тут ничего у нас такого нет. Да. Лук здесь тоже есть. Давайте дальше смотреть. Тут такого больше ничего нет. Тут все хорошо у нас идет. Тут тоже нужна шестерня. Гребаная ты шестерня. Но зато производится все, и мы этим довольны. Так, ладно. Ой. Вы построили новое улучшение жилища. Угу. А вот сюда мы можем уже воткнуть припасы. Город, жилье увеличивается на 3. Ага, рост это вот 8 у нас стало в Москве, да? Насколько я понимаю. Так, это хорошо. Производство увеличивается на 3. Если место расположения выбран центр города, жилье увеличивается еще на 2. Все улучшения получают бонус показателям ремесленное производство. Действует на все города. Мебель, ковер, корзина, на. Больше у нас такого, наверное, ничего и нет. Да, игровая консоль тут уже идет, холодильник. Мебель, ковер. Так, ну здесь вроде бы все. Богатство минус 3, у нас минус 7, материалы у нас плюс 6. С материалами у нас, конечно, да, проблема. И по-хорошему нам здесь надо построить где-то башенку защитную. Где ее построить, тоже вопрос. 4 хода еще строиться будет, ладно. Так, здесь все. Здесь восстановили. Здесь добили. И теперь мы можем разграбить вот этот город, насколько я понимаю. Либо что еще мы можем сделать этим юнитом? Расформироваться, атаковать. Начать осаду. Город не найден. Разграбить? Да. Разграбляйте. Они к нам плохо относились. Появились еще 4. Молитвы и налетчики. Вы получили сообщение от племени, которое выражает серьезное опасение по поводу налетчиков. Очевидно, ваш гонец видел их воочию, когда сам едва избежал нападения по возвращению домой. Встревоженный вождь племени сообщает, что их провидец велел обратиться за помощью к вам.
отправить великого воина за Кинтос. Богатство минус 25. Ну ладно, давайте вот так. За Кинтос к нам все лучше и лучше относится. Так что будем надеяться на то, что они станут нашими друзьями, товарищами, правильно? Так, керамические горшки созданы. Давайте дальше. Так, ну здесь смотреть нечего. Обнаружен враг. Ну это вот, это понятно. Завершить ход. Отлично. Улучшение построили. Каменоломню. У нас сейчас денег будет побольше. Соответственно, каменное орудие сюда. Шестерни у нас нет, к сожалению. А что у нас вообще по Москве? Выбрать проект. Зернохранилище. Не хватает у нас зерна, соответственно. Чан для брожения. Не хватает винограда, да? Мечники. В принципе, можно мечников. Но я бы сделал поселенцев, наверное, лучше. Или хотя зачем? Давайте мечников, да? Да, наверное, мечники. А вот здесь еще пищу позволю поставим. Так, пища — это у нас ферма, да? Мы можем здесь, например, поставить... В Томске. Посоветуйте что-нибудь в Томске. Каменоломня. И если мы поставим здесь каменоломню, у нас материалов больше станет или нет? Вот в чем вопрос. Так, ладно. Пока что продолжаем. С вами поговорить надо. Аския, Мохаммед I, империя Сангай. Эти люди, кажется, больше озабочены своим богатством, чем первой встречи с вами. Неужели они и дальше будут всегда ставить золото выше всего остального? Понятно. Короче, новые ханжи, ребятки. Так, тут у нас что? Англия. Греция, нормально. Но этому племени жопа. Да-да-да, мы грабим здесь все и всех. Утвердите севооборот. В вашу столицу прибывает посланник с предложением от своего лидера. Они считают, что ваши поля, похоже, страдают от неправильного возделывания земли. Вы получите советы по растениеводству в обмен на часть зерна. На 20 ходов и плюс 20 отношения с Англией. Давай, с Англией мы дружим. Простой юнитов здесь. Так, а тут мы можем выше пройти? По идее, да. Давай, иди вот сюда пока что. Так, мы начали разграбление. Нейтралитет Англия стала к нам. Эти тут долбятся, да, с кем-то? Батальон из 14. Но у нас есть батальон из 17, по идее. Уровень города повышен. Отлично. Нам надо вот сюда идти, по идее. По идее. Правильно, я думаю, да? Думаю, что да. И мы везде получим бонусы одинаковые. Материалов нигде побольше нет.
Ну давай в Тюмень. Так, сторожевая башня, потом ни черта, да? Плуг нам нужен. Плуг у нас делается в Москве, насколько я помню. А, пожалуйста, плуг сделайте мне один. Даже два. Два плуга за два хода. Отлично. Колесо. Лесозаготовочный лагерь. А, пекарня. Ну, это надо хлеб. Колесо разблокирует повозки. Торговля. Позволяет создавать центр торговли для обмена ресурсами. Ну, это нам надо. Обработка кожи. Так, ладно, давайте подумаем. Если мы... Диких животных у нас нет. Здесь нет. А здесь... Здесь киты. Ага. Уйди, пожалуйста. Так, здесь мы добываем уже или нет? Да, мы добываем. А, соответственно, это нам надо было для производства лекарств, насколько я помню. Да, вот. Вот так вот. Так, ладно, делаем. Значит, качество можно построить. Но у нас негде брать хлопок. Проблема, конечно, паруса. Соленая рыба. Нам надо деньги. Ладно, торговлю. Пока что торговлю. А у нас начинается золотой век. Это хорошо, очень хорошо. Че, мы еще тут не разграбили? Неожиданно появились еще. Ну ладно. А ты можешь на них напасть тоже? Нет? Так, атаковать. Присоединиться вот сюда. Город простаивает. Но это я знаю, в принципе, не удивили. Лесозаготовочный лагерь. Нет. Золото. Что нам может приносить золото? Но лесозаготовочный лагерь, в принципе. А вот это у нас что? Это и есть лесозаготовочный лагерь, да? А, он стоит 5 золота. Ну, пока что нам даже ставить нечего, кроме фермы, наверное. Или пока подождать. А, пока давайте золото. Хотя мечников давайте. А можно еще в очередь добавить мечников, нет? Давай, ускорим. Так, ваша страна вступила в золотой век. Ну, это здорово. Я рад.
королевский признак. Прибывает эмиссар с посланием от другого лидера, хотя сегодня они чувствуют себя уверенно, их бренные останки однажды окажутся в земле. Приметные вещицы гарантируют, что когда придет их время, их тела будут опознаны. Они хотят получить драгоценные камни для создания украшений, способных увековечить память о них. Греция? Нет, конечно. Я с вами воевать собираюсь. Так, а тут у нас что горит? Население. Почти мы, да, уже? Завершаем ход. У меня есть один вопрос. А куда делся наш пехотинец? А, разведчик тоже воюет теперь, понятно. Мечники прошел подготовку. Батальон, отряд. Ну, батальон, соответственно, да? Тактика. Клин. Линия. Клин, наверное. Мечники. Стрелок или осадный. А нам что лучше? Клин или линия? 2 плюс эти. Линия, наверное. Нам надо 2 лучников еще, значит. Так, в Москве, соответственно. Двух лучников. Вот таким вот образом. Управление дорогами теперь у нас есть. Стоит 20 материалов, кстати. А давайте соединим. Строительство новой дороги до Рязани. Это хорошо. Стройте. Так, а у тебя что случилось, друг? Продолжай производить. Драгоценных камней у нас 2 осталось. Ну, ладно. Так, вот с деньгами надо что-то делать, конечно. Так, тут мы добили. Да, разграбить дальше. Создано плуг. Это у нас идет куда-то вот сюда. Кстати, их уничтожили. Мы можем строить город, как я и хотел. А потом добьем Афины. Так, это у нас... Стой. Не беги. Это у нас вот сюда должен быть плуг. Вот так, отлично. Там, значит, достроятся эти. Так, а вы грабить не можете, да? Ну, вот сюда иди. Так, вы грабите, все правильно. Отлично, мы разграбили. Это все дело. Вот наши разведчики еще. Так, ну давайте повыше пройдем. Или вот сюда сходим сначала. Посмотрим. А вы давайте вот сюда идите.
Так, здесь что мы должны построить? В Сочи. Рязань. В Рязани, наверное, давайте. Каменоломня. Да. Для начала. Производство урожая увеличится на 100. Это вам не это самое. Не, ну вы поняли, да? Так, вот здесь корзины. Давай еще вот таких штук. Две. И плуг. Два. Без денег. Колесо, кстати, за место корзин. Колесо надо нам минимум 3. Древесина у нас с навалом, пожалуйста. Даже 4, давай, колеса. Веревки у нас 3, кожи 2. На веревки, ладно. Вот так. Продолжаем разговор. А. Сторожевая башня. У нас здоровьем здесь плохо. Каменоломня. Потом давайте лавку лекаря построим. Вот здесь вот сразу рядом. Так, что касается моих воинов. Подходит, все правильно, все хорошо. Встречено новое племя. Аттики. Ну ладно, пусть будет встречено. Правосудие слепо. Аттики. Вождь племени равнодушно наблюдает за тем, как один из его подданных нервно потирает руки, стоя перед мешком золотов. Похоже, этот мужчина обокрал казну, но чувство вины не давало ему спать, и он решил вернуть добычу. Вождь готов и сам вынести приговор, но из-за уважения к вашему чувству справедливости он спрашивает совета у вас. Статики с племенем отношения улучшить. А тут у нас счастье увеличится. Ну давай вот так. Лучше у нас счастье в городах пусть улучшится. А вот, кстати, я и нашел то, что искал. Ячмень — это, собственно говоря, и есть рис. А вот тут кто-то новый еще есть. Так, мечник, нам еще надо один, чтобы нам сделать все как надо. Но тут вообще вы живете, как у Христа за пазухом, блин, я скажу вам, ребята. Так, в Москве 8 ходов дорога будет еще, да? Четыре золота можно взять, конечно, морской просто. И 4 золота просто так получать. С одной стороны, это хорошо, наверное. Да, давайте так и сделаем. Потому что по золоту мы очень сильно проседаем. Так, тут у нас как дела? Все хорошо, все хорошо. Тут плуг есть. Удобрения мы еще не умеем. Ну и остальное, соответственно, тоже. Тут плуг есть. Тут у нас просто, да? Тут тоже плуг есть.
А это что у нас? Лавка лекаря. Понял. Понял. Все. Мы, значит, достраиваем последнего лучника в Москве и делаем еще одного воина. И потом делаем поселенца. Нам надо лечиться. Так, отряд. Это морской. А это воздушный, да? Правильно я понимаю? Правильно. А, батальон, тактика. Клин. Клин или линия? Клин, я хотел клин. Сила повышается на 10. Да, клин. Мечники, лучники, лучники. Развернуть. Это у нас уже... Мы готовимся нападать дальше. Адриатическое море. 11 золота. Хорошо, я рад. Тут у нас, что вы встретились с воинами и специалистами с другой стороны. Так, это Адриатическое море, да? Собственно говоря. Но... Я хотел бы, пожалуй, поселенца. Пока что. Греция злится, да? Тут злись, не злись. Встречена новая страна. Все равно тебе, как говорится, да, понимаете. Пальмирское царство. Королева Зенобия. Другая сторона выражает четкое желание избежать конфликта между вашими странами, но у этого есть неприятный побочный эффект. Это ограничивает ваш потенциал для более тесных взаимоотношений. Понятно, до свидания. Это вот они здесь, да? Я бы вот здесь хотел все вот это отжать. Вот так вот хотя бы пока что. А эти, я думал, ко мне сами присоединятся. Так, иди автоматом исследуй. Можно как-то поставить? Да, автоматическое исследование. Все. Мы ждем. Так, товары для торговли. Торговый пост и пекарня. Хорошо. Свод законов. Власть принадлежит одному правителю, после смерти она переходит к наследнику, а оплот монархической страны – ее столица. Тут мы получим боевые колесницы. Боевые слоны, повозки и всадники, но у нас нет лошадей. Конюшня. Качество. Понятно. Каменная кладка. Великая пирамида. Дворец. И скульптура. Ну, давайте, наверное, сначала закон все-таки исследуем. Так, сбор войск начинается. Хорошо. Но дела... налаживаются. Лапка лекаря вот долго строится, но здоровья мало совсем. У Москвы как со здоровьем? Нормально, но безопасность хромает. Здравствуйте, товарищи. А если мы вот здесь укрепимся,
это как-то на безопасность влияет? Безопасность отражает то, насколько защищенными чувствуют себя жители ваших городов. А это, в свою очередь, положительно влияет на боевой потенциал вашей страны. Повышайте безопасность с помощью военных и судебных улучшений. Понятно, ладно, пока что это не интересно. Так, подтягивайся-ка, вот сюда. Клин, вот сюда иди. Так, Зенобия из страны Пальмирское царство предлагает торговое соглашение. Ваши страны будут торговать друг с другом определенными товарами и ресурсами. Сроки поставок товара зависят от того, насколько эффективны ваши торговцы. Ну давай, я только за. Так, и как нам с тобой торговать? Инвентарь страны. Это ресурсы, которые у нас есть, да, насколько я понимаю? А рыбу мы что с вами не добываем? Да вроде добываем. Так, это мы сделали, да? 10 тысяч. А у нас сейчас сколько? Непонятно, ладно. Так, Бугуни. Ваши разведчики доложили о семье купцов, требующих построить торговый пост. Вождь их племени устала, напомнила, что из-за пожара запасы древесины иссякли, а они продолжают настаивать, чтобы она достала необходимые ресурсы, поскольку считают, что торговый пост со временем принесет племени огромную выгоду. Вся древесина. Ну давай. Я не жадный, и вы далеко от меня. Так что делайте, что хотите, как говорится. Так, давай вот сюда иди. Или вот сюда лучше. Так, что у нас? Ваши отношения пришли из статуса нейтралитета в неприязнь. А чё ты так... Осудить? Предложить подарок можно. Нифига себе. А зачем мне им подарок предлагать? Пусть осуждают пока. Так, создание колеса завершено. Вот это хорошо. Давайте смотреть, куда нам надо было колесо. Так, сюда каменное орудие. Шестеренка, нет. В лесопилку. Шестеренка, нет. А тут шестеренка. Тут ничего. Тут колесо. Тут у нас что дальше по плану? Нет. Нет. Ну и нет, да, соответственно. Сюда нет. Кстати, по поводу производства на один. Здоровье. Процветание. Нам бы защиту. Производство в Москве. Так. На еды у нас дофига. Давайте рост. Так, сюда колесо нам не надо было. Колесо нет.
Ну да, сюда больше ничего не надо. Так, здесь я смотрел, да? Да, здесь шестерня нужна. Тут шестерня, каменоломня, глиняное колесо, и мы можем делать горшки. 5 сделай, да и вот тут тоже 5. Так, с этим закончили пока что. Лекарство у нас производится, лотос идет. Деньги убрать отсюда. Да, как-то неинтересно. Керамические горшки, вот, давай сюда. Потому что я помню, куда-то их надо было. Так, ну здесь все, да? Да, здесь все. Поехали дальше. Тут у нас как дела? Каменное оружие. Шестерня. Тут у нас все по плану, все замечательно. Плуг есть, есть. Удобрение. Ну и ничего больше у нас такого нет. Что у нас здесь еще есть? Свинки. Свинки работают. Тут тоже все работает. Тут достраивается. Тут все хорошо. Вот, кстати, по поводу защиты в Москве. У нас есть где построить? Тут можно еду построить, это понятно. А вот здесь мы можем построить с вами сторожевую башню. Отлично. Так, эти вылечились. Сейчас у нас будут готовы поселенцы через 2 хода. Встречена новая страна. Империя инков. Пачакути. Ваш посланник сообщает о недружественной первой встрече и рассказывает о карте границ между вашими странами, выгнанной представители инков, а также о том, что вас ждет, если вы эти границы нарушите. Да, напугали, блин. Типа того. Так, вот здесь у нас есть дичь. Лиса. Белохвостый олень. Ну, блин. Если эти не присоединятся, придется их как-то вырубать, что ли. Так, с вами что делать? Вот тут вот это племя злобное было. Можем пойти пока на них напасть. Конечно. Я не знаю, сколько у них народу. Посмотрим, как говорится, да? Торговля. А как торговлю нам посмотреть? Чем мы торгуем? Знакомство с Германией. Ну, здравствуйте. Отто фон Бисмарк. Германия. У вашего посланника сложилось четкое впечатление, что представитель Бисмарка тщательно вас изучает. Разумное поведение при первой встрече с новым народом. До свидания. Так, ты идешь сюда. Ты сюда. Лучники сюда. И поселение через 2 хода, через 3 хода дорога. По поводу торговли я хотел посмотреть. Мы торгуем с Замбией, насколько я помню, правильно? М-м-м.
получаете репутацию за богатство, получаемый каждый ход и участвуя в торговле с другими нациями. Понятно. То есть прямых мы каких-то... Технологическая эпоха, бронзовый век. Круто. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать с вами данную серию. Вот такая вот она у нас получилась. В следующей серии мы достроим дорогу нашу первую. Ну и я надеюсь, что вот здесь вот заложим город. Вынесем вот это вот племя, которое нам что-то на нас крысится. И, скорее всего, начнем войну с Афинами. Потому что, ну надо уже, как бы сами понимаете. И постепенно, я думаю, мы их выкосим и вот так вот где-то здесь захватим все под наше влияние. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Пишите ваши комментарии под этим видео. И чтобы не потерять связь со мной, конечно же, не забывайте подписываться на группу ВК, а также на Рутюб, куда я сейчас переношу все старые видео, ну а вскоре будут выходить и новые видео тоже. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока!